Дорогие мои одноклассники, вот и прошло уже 30 лет, как мы с вами сидели в последний раз за партой. Многое изменилось с той поры. Но сегодня мне хочется, чтобы мы собрались на встречу одноклассников. Вспомнили наши школьные годы, те веселые, задорные моменты нашей школьной жизни. В эти дни мне хочется от всей души пожелать вам и всем чистого, светлого и, главное, мирного неба, здоровья, любви и новых мечтаний. От себя в честь 30-летия хочу подарить вам маленький фильм про нашу школьную жизнь и песню на стихи нашей землячки луганчанки Ларисы Левиковой, на стихи, которые она посвятила всем классникам. Приятного просмотра! Нам открывай мир, чудеса. И радость встреч, полынный вкус разлуки. Нам открывай мир, чудеса.